Калибр — бесплатный тактический экшен на современном спецназе, в котором решает тактика. Возьми на себя роль штурмовика, снайпера, бойца поддержки или медика. Выполняй ПВЕ миссии или сражайся с другими игроками в ураганных ПВП. Проведи разведку боем на совершенно новой карте или прими участие в новогоднем квесте, чтобы получить уникальные награды и особые праздничные камуфляжи. Качай Калибр бесплатно по ссылочке в описании и получай 1800 кредитов сразу после обучения. Скажите честно, мы здесь умрем? Нет. Ну, в смысле, я не думаю. Ну ладно, я поверю. Не уверен. Я уверен на 100%, что кто-то выживет. Например, а пока что хотите зашарнуться, нет? Нет? Нет. Поверь, не пустить. Нет, ну ладно. Ну, хмурого, но после задания. Ну окей. Вы это сказали, по-моему, не в микрофон. Хотите, я это сделаю? Да у меня вроде включена рация. Что такое? А ну-ка, сейчас говорю. На В английском. Вооружен Д-класс. А, ну мы с ними легко справимся. Еще скроп. Я поможем. Еще скину 96. Блин, не, ну с таким уже нет. Я только Д-класс убивать умею. Хорошо. О боже, да тут кладбище, тут ресня. Просто капец. Стоять. О, нет, печенька. Типа, здравствуйте. Хотите маркаты по дешевке? Нет. Отходим, подожди. Отходим. Черт! Смотрите. Сталин, беги. Я бегу. Тихо, свои. Включай. Используй микрохит, давай. Пылесос его. Я не буду использовать. Почему? Используй его. Давай. Не стреляйте с винтовками, отступите. Вы только мешаете. Черт. Отходим. О, замес. Отсюда. У него бок прихватил, смотри, как взялся, типа так. О, мне кажется, у него там инфаркт. Да. Скромник устранен. Где ваша команда? Удивительно. Мы его не могли убить годами, но он устранен. А можно швырнуться, командир? То есть. Давайте. Руку подставляй, подставляй руку. Хорошо, подставляй руку. Ай, блин, я в свою уколол, сука. Когда вышли. Мне хреново. Сейчас блевану. Шарик. Бегите. Ебать! Шарик! Иди, командир! Закрывайся! Че это за дерьмо? Кот-шарик! Кот-красный шарик! Ты прости, что ты правила снова нарушил. Алё, какие правила? Я не кидал шарик! Да не в этом плане. Ты сейчас закрывал дверь, оставил нас, можешь сказать. А, блядь, сорян, да это паника просто была, я не специально. А, паника. Я говорю, оставил на произвол судьбы. Человеческий фактор. Да. Ладно, ребята, вас просто хрен. Меня заставили быть командиром, я не готов был. Можете мне передать эту должность. Не, иди нахер. Командиру больше платят. Хочешь поговорить с бабуинами вон там? Тихо. Я вас ненавижу, идите нахуй. Просто идите в жопу. Я вас всех ненавижу. Отписывайтесь. Потерял тупо всех. Тупо всех вообще. Ну кто мне, сука, в друзья добавил, а? Какой ты пидорас, признавайся. Акция, новогодняя акция там, Серга, короче. 5000, я вас добавляю, друзья. Ужин с фактором дешевле стоит. Ну так это ужин с фактором, нахер он тебе вообще срался? Почему бы и нет? Да зачем? Продолжение в отеле за 1000. Блин, какой он дешевый, слушай, фу. Народ, секунду внимания, прошу вас, секунду внимания, люди мои. Кто согласен с тем, что фактор побыдло? Что? Ну блин, я. Скажите, кто он? Пушка, ученого мудрого. Побыдло. Побыдло. Не, давай побыдло. Мы 10 минут не можем с хардзона выходить. На меня это распространяется, интересно. Я-то правила не читал просто. Я-то, блядь, месяц умирал тупо. Что делать, когда ты веган, но играешь за собаку? Да, блядь, ну чувак, 12 раз уже эту шутку повторил, ну хватит. Ну ладно. А. Компудактер, ты что делаешь? Качаюсь так. Ну да. Он тебе помогает. Ой, точнее, он мне помогает. Вот. Я за деда болею просто. Вот, понял. Еще, давай, я тебе помогу, давай. Давай, беги за ней, беги. Блин, чертова собака, где она? Она меня перегоняет. Давай, дед, беги, дед. Бегу.
Дед, ты где? А, я же shift использовать могу! Ха! Дед, давай! Опа, опа! Давайте, давайте, давайте! Стой! Ах ты! Давай! До свидания! Сука, какой дебилизм! А нет, я деда потерял. Почему дед ходит, блядь, с собаками? Не знаю! Почему нельзя? Они просто на перегонки. А потому что, блядь, вас все получат, блядь. С собаками хочет. Доктор, ходить. Доктор, у меня вопрос. Да, ты школьник или ты девушка? Я, блядь, Вуф, здравствуйте. А, привет. Да ты за***ла ники менять, серьезно. Каждый день новый ник, ну пиздец. А, что такое? Зоны С обнаружены угрозы. Чё, блядь? Прикольно, тут в компьютере выдается предупреждение. Я давно не играл, просто я после обновления не играл, то есть я до обновления играл, короче, так. Давай, жри, давай, мочи. Грызь, попал, молодец. О, вижу деда. Дед, ты что? Да, короче, дед запрыгнул прям к D-классу в этот лист. Конечно. Капец, тут в лайт-зоне тупо, блин, кладбище. Да? Да. О, все. Пенсию не выплатим. Вина, тебе открыть? Не, я пойду сам пенсию заберу. Спасибо. Давай, мочи. Блин, мне... Нюк со старый анлок. А, это я, наверное, этот получил уровень. Везде его нет. Ля-ля-ля-ля. Я. Они тут просто друг друга убивают. Все, я заблочил, дед, мочи. Дед, давай, я заблочил, давай. Дед, я твой фанат. Спасибо. Они открыть не могут. Давай, мне немного осталось энергии. Давай, дед. 20, 15, 10, 5. Все, все, разлог. Я на Т-шку навелся, а ученого забрал. Все, у меня анлок. Банзарин. Они уходят. Ням-ням. Один убежал, скотина. Там кого там шипит? Боже мой! Вуф, что ты творишь? Ты ёбнулась? Я не знаю, кто это. Да кто? Это у меня одного такое? Да это баба, это Вуф, Саша. Они прорвались в перезону. Эвизона оккупирована, блин, синими человечками. Гад, кто мне генератор включил? Не знаю. И третий генератор, пиздец. Мне сейчас, током ёбнет. У чекпоинта трутся, у чекпоинта. Я не понял, что это Амсерк делает? Зачем ты информируешь 939? Я не понимаю юмора. Оу, да, кстати, да, я забыл. Понял. Красава, ёпта. Ради этого я стал ивент-мастером. Все губа. Короче, а тебе это предупреждение. Ну ладно. Можно варнить тебя за кооперацию? Иди сюда. Да варни сколько хочешь. Ну я бы сейчас без зубов подожди. Кусь. Ты можешь так себе, короче, экспу набивать. Типа варны меня выдавать, короче, за любую хуйню. Серьезно, да? Выдавать мне, блядь, до главы администрации повысит. Есть, говорю, более быстрый вариант до главного администратора. Так. Через постель. Терп, сколько надо сейчас? Что? Начальство никак не может их... Сколько главная администрация, то есть, блядь, сколько раз нужно с тобой, ну это, ты понял. А, ну тут в зависимости, ну, я считаю не по количеству раз, а в основном в минутах, понял? Да, так значит, 60 нормально. Нормально, да. Можно разделить на несколько дней, когда удобно. Да, надирателя хватит. Ну, в принципе, ну, час, ну я не знаю, ну, блин. Ну, короче, до обычного админа точно. А до надзирателя, ну мы там посмотрим, там же мы ж не только в минутах считать будем, там, короче, и по уровню обслуживания. И где пропадал все? Да я болел, ну, короче, не болел, у меня проблема тупо со здоровьем. И плюс еще сессия. Возможно, я сдохну через неделю. Так что, если вдруг видоса не будет, то так и знайте. Земля бетоном, как говорится. Если я сдохну, пожелайте мне здоровья хорошего, да? Да кто меня там, блядь, пердолит, сука, мои генераторы? Сначала пердолят твои генераторы, потом пердолят тебя самого. Да. Вообще на мере админы сидят, хуя не работают. Вообще, особенно факты. Съебали нахуй. Под пизды давай. Работало. Короче, с игрока поднялся вот этот зиратель, а. Тупо, короче, спамлю, блин, минус цвет. Не, ну в принципе, много денег было.
Хватите уничтожать казенное имущество. Тупые мешки с костями. Хочешь смотреть спектатор? Это типа последний сипень. А, да, если я последний, то давай, мочи меня, давай.